Йоу, с вами Шумики, и это Супер Ламинал. Не знаю, соединены серии или нет, но я просто с вами здороваюсь. С вами Шумики. И мы продолжаем нашим странствием по снам. Здравствуйте, меня зовут доктор Гленнис Фоджерс. Хочу немного уточнить данные о вашем местоположении. Мы все еще не можем найти вас, но, пожалуйста, продолжайте двигаться вперед. Надеюсь, вы предпочитаете частые уточненные данные, а не напоминание о том, что вы окончательно потеряны. Да? Думаю, да. А, нет, видите, все-таки я не мог бы взять предмет с прошлой серии, хотя я могу сделать вот так. Может быть, там что-то да и есть, слушайте. А, нет. Нельзя. Ну, может, там какая-то секретка? Типа, здесь нету таких каких-то намеков, там, типа, имя, знаете, одно из всех. Ладно, пока что движемся прямо. Но отражение работает, в принципе, так же, наверное, да? Так, ну да. Так, опять пролитая краска. Скорее всего, что-то нужно... Ага. Ага. Значит, мне нужен куб. Из куба мы с вами получим шахмату. А шахмату мы можем использовать для чего? Правильно, кто его знает? Фу, Томас, это ты, я понял, это в игре. Подожди. Там был проход. Минуточку. Типа, у меня два варианта, да? Пойти в ту комнату, либо пойти на улицу. А я пойду, ребят, наверное, в ту комнату. Типа, на самом деле... У меня сейчас эта комната в приоритете. В плане того, что, по сути, мы так с вами договорились, что я могу, если что, пройти повторно. Так ведь? Так ведь. О. То есть я сюда зря шел? Ладно. Не обижен я. На самом деле. Не, на самом. Так, какого черта? Меня обманули. Так, ладно, кубик, пока что оставлю тебя здесь, извини. Опа, что было? Это баг или что было? В небе что-то мигнуло, я видел. Окей. Так, минуточку, давайте тогда и шахмату заберу. Сразу увеличу ее. Я понимаю, что я не могу пойти туда с предметом. Поэтому мы сразу здесь все проверяем. Как говорится, наверняка, да? Оп. Хоп. Опа. А это что, ребята? Мы за текстурой идем. Ха, странно, да? Как мы можем забраться туда, куда, в принципе, невозможно забраться. Ну, в плане игры.
Да, вон, видите, есть что-то. Гаврил. Интересно, а если я упаду? Ну ладно, походу туда упасть нельзя. Поехали. Здравствуйте, меня зовут доктор Пирс, и мы все еще не можем вас найти. Однако, сейчас у вас должен появиться доступ к ряду лифтов, которые будут подходить по сигналу постоянному что-то там. Вы найдете дорогу к лифту при помощи различных указателей аварийного выхода. Сработает ли это все? Разумеется. Ха-ха. Ха-ха. Надеюсь, мне это поможет. Ну, типа, не зря же они тут это ставили, да? Типа, позволим. Интересно, мог бы я сделать так, настолько огромную лестницу, чтобы оттуда, да, вот, забраться сюда? Ай, бля. Ладно, давайте посмотрим, как она падает. Ай, ладно, плевать. Так, ага, здесь у нас отдыхающая комната. Тени, хорошо. Сразу смотрим на тени. Тени по-любому что-то должны дать мне. Ха. В смысле, я... Да ладно. Что это такое? Типа лампочка с микросхемами? И что это мне должно дать? Оно вообще цепляется везде. Hello. Здравствуйте. Меня зовут доктор Гленн Пирс. В случае, если этот лифт не работает, пожалуйста, возможно, действуйте с чем-то, пожалуйста, с ним психологически важным. Так как мы больше не можем этим управлять. Например, если вы увидите родителей настоящего, рекомендую ударить их как можно сильнее или немедленно убежать. Понимаю. Ага, я... Ага. А вот и мой, походу, лифт. Знаете, это можно даже вот так встать, вставить, типа. Смотришь, типа, нету прохода, есть проход. И ты можешь пройти в него. Ха. Стой, то что нету... Ну ладно. Стой. Я оторвал кусочек сыра. Прикоил. Прикоил. Тихо, вот это вот интересно уже. Освещаем. Что-то стрёмно. Вот я лифты не люблю, мне что-то как-то стремновато от них. Загрузка по-другому стала. Вверх идти. Так, сейчас, короче, оно загрузится. Я поставлю на паузу, схожу за водичкой. Пить хочу. А, мы снова проснулись. Так, ладно, давайте я сейчас, короче, приду. По сути, для вас это заняло каких-то... несколько секунд, наверное. Так, у нас здесь, как обычно, ничего не открывается. Мы, как всегда, в заперти. Ладно. Все еще не могу ни с чем взаимодействовать. Стоп. Только не говори, что... Вы меня заставите делать одно и то же. Thank you.
Интересно, вот можно ее открыть? А давайте максимально ее увеличим. Походу это максимально. Хм, странно. Ладно. Комната изменилась или... Мне кажется... Изменилась. This is an automated message for all patients who attempted to use an alternate pathway to access the next phase of some mass health therapy, but who have become trapped in a dream state paradox instead. Your decisions imply a failure of orientation, which results in a failure of orientation, which reflects negatively on the standard orientation protocol. Your decisions imply a failure of orientation, which reflects negatively on the standard orientation protocol. You will rectify this failure immediately. We should not use these mistakes. Походу, вот это и есть как раз тот проход, который мы типа с вами не пошли. Значит, нет, здесь нет вариантов. О, а показалась типа ложная дверь, и нужно ее создать снова же. Хотя, кто его знает, слушайте. Кураторская онлайн. Драк. Ха. Календарь, типа, где ты падаешь. Да, типа, в глаза так. Вау, все по глазам. Что нам можно взять? Подожди, я ничего здесь такого не вижу. А, кубик. Я уже в этом деле, походу, профессионал. Довольно... Так, нужно, походу, тут кубик забрать. Тут же этих пленок нету. Пойдешь со мной. Так, одень сюда. Сюда наверху что-то есть, хотя ладно, походу это кусок. Ха. Ладненько. Оп, хоп, готово. Еще один. А, мне предлагают либо туда, либо провалиться, да? Давайте по прямой. А. Понятно. Возьму тебя с собой, может, ты мне поможешь? Смотрите. В чем фигня заключается? Фигня заключается в том, что этот объект по тени показывает, что он там. Но он туда не падает. То есть, та зона уже не считается сном. Вот видите, он должен там упасть. Но не падает. Вот здесь у меня уже идет другая стиль. Либо разрабы немного ошиблись. Что я должен сделать? Сеть как сеть.
Профессионал тип. Свет профессионала. Среднестатистический взрослый человек может выдерживать от 3 до так. Как только этот предел превышен, разум используется взрывается психологической перезагрузкой и приоритетные владельцы на протоколе аварийного выхода. Пожалуйста, доверьтесь себе до взрывной психологической ситуации. А, может мне, если на этот уроню? Если с высотой уроню? Вот наоборот, знаете, я сделаю маленькой и кину сверха. Серьезно? А ну-ка, тихо. А за вот это я говорил. Кажется, оказывается, можно. А в чем сложность? Типа, просто проблема в том, что я и мог и без него пройти. Ага. А взять по факту я не могу их. Хотя это даже изображение. А, очередной просто выход. Так, было видно, что я яблоки тоже могу брать. По картинке было показано. Очередные головоломки. Это как? Подожди. Интересно, почему именно в эти стороны? Пожалуйста, помните, что нежелательно взять на себя риск, связанный с взрывной психологической перегрузкой. Предлагаемые некоторые могут провоцировать пациентов с гораздо сильнее и повышенной вероятности и не предсказать. Пожалуйста, покиньте сновидение как можно быстрее. Довольно, в общем. Маленький, типа, еще из маленьких состоит. Ну, это просто как-то. Так, давайте сразу возьму кубик. Вау. Вот такого я не ожидал. Что кубик, кажется, на самом деле какой-то проход с лифтом. Я не понял, ну ладно. Так, туда мне наверх, как я понимаю, не забраться, да? Кусочки обратить не могу. Значит, нам только сюда. Лифт. Ошибочная удача. Окей, у нас уже 19 минут прошло. И еще осталось минут так 8. Снова часы.
Часы у нас, замечу. Вначале у нас часы показывали 3, потом, когда мы проснулись, 4, теперь 5. А, наверное, это уровни на самом деле. Ну, пускай. Ну, цвет поменялся, стало коричневым. Здравствуйте, меня зовут доктор Глен Пирс. Несмотря на то, что предыдущая секция выпрошла сезону умиротворяющего водопадом, вы все еще можете использовать такие чувства, как никчемность и неуверенность в себе. Почему мне кажется, будто все идет так, когда солнце светит все ярче? Чего? Ну, комнаты одни и те же. Но потом они как-то меняются. Это не хоррор. Но мне реально стало очень стрёмно. Я просто знаю, когда стрёмный момент, и вот это один из них. Ты просто не ожидаешь его. То, что это просто логическая игра, даже не хоррор. Довольно страшно. Вы хотите сказать, вот это вот, блядь, не страшно? Мы как будто в морозильнике каком-то. Ладно, не морозильник, это фабрика. Я не хочу. Это не хоррор. Не будем забывать, что это не хоррор игра. На самом деле это не кровь, ребята, это просто кетчуп, краска. Много видели с вами красок, ведь так? Краска. Это просто краска. Красная краска. Тут ничего страшного. Что еще это может быть? Ну, джем. В основном это краска. Так. Мордор. Дэнс. Редрам. Мордор, это ж убийство, да? Убийство, убийство, убийство. Танцы. Вау. Вау. Слушай, а как... Чего? Окей, я пойду к растениям. Странно, что отсюда видно, понимаете, свет, а оттуда нет. Мне не нравится обстановка. Очень не нравится. Сейчас, знаете, будет самое жуткое, если еще такой момент, как какие-то крики. Как будто крики какие-то будут. Вы думаете, это нормально? Это нихера, ребят, ненормально. Dance.
У нас что сейчас, вы не помните, было на часах? Ага. Ага. Ноу. Хорошо, представим случай, что я мог бы упасть туда вниз. Но мы пойдем прямо. По крови. Hello. Здравствуйте, меня зовут доктор Гленн Пирс. И мне бы не хотелось поговорить с вами о чувствах никчемности и неуверенности в себе. А я обусловлен тем, что вы хотите жить такой же счастливой жизнью, как видите у других. Вы кажетесь, что всем нравится. По сути, я мог упасть и, скорее всего, проиграть. Либо я бы проснулся. Ну, я буду пытаться осторожно идти. Это типа голова? А, ну, я сразу не заметил. Могу я тебя взять, нет? Ну, ребят, я же говорил, это краска, это варенье, это просто варенье, ха! Какое убийство? Какое убийство? Какие-то так, блядь, я не хочу. А хотя подождите, это сон специально, чтобы мы боролись со страхами, так ведь? Поэтому нормально. Мы просто во сне не забываем. Warning. Внимание, you вы are advised to subject yourself to explosive mental overload by descending into additional dreams, but have now descended into a dream within a dream instead, disorienting yourself even further. You are responsible for failing to make this crucial distinction. Окей. И что изменилось? Я не врубаю, что мне делать. Подожди. Мне нужно осветить путь. Так, туда я не пройду с ним. А, да. Просто FPS уничтожается. Кстати, это фонарик у нас. Так, мы в коробочном мире. Спасибо тебе. Я пошел. Проблема в том, что мы не отражаемся. Так, я вижу кровь. Еще прикол. Не-не, в чем прикол в этом предмете? А-а-а. А-а-а.
как ты мне предлагаешь тебя забрать потом? Давай сделаем так. Положу я пока что тебя сюда. Забрать я тебя отсюда не смогу. Давай думать. Могу ли разбить стекло? А, мне нужно просто светить, я понял. Я глупый. Ладно, отсюда заберусь. Did you know that unintentional multi-dream layering occurs in less than 1% of patients? This correlates strongly with the 99% of patients who are able to follow simple instructions from the standard orientation protocol. Мне нужен нож. Нет, мне не нужен нож. Найс. Нож пропал. Не знаю, кто ножик взял. Ну, скажите, в каких играх? Прямой коридор. Коридор это было хорошо. Так это все был просто склад. Так, у меня фрезы пошли немного. Так, это кухня. А, ну да, я был прав. Это всего лишь, ребят, красная краска. Я уже думал, это жопа. Снова этот план. Ладненько, пойдемте далее. Хотя, знаете что, мы на этом закончим. На вот этом страшном моменте, который оказался на самом деле просто покраска стен. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.